Настя Лапиных, Витебский, мой отец. Привез вообще ушу в Беларусь. Я занимался. А теперь занимается мой сын ушу. Сын у меня, между прочим, чемпион Республики Беларусь по ушу. Комплексы и палки. Сейчас готовится, чтобы быть чемпионом именно с мячом. Уже сколько теперь у тебя медалей? Всего 5, а по ушу 4.